Тульская область планирует наращивать экспорт продукции крупных и малых региональных предприятий. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин на 15-м международном инвестиционном форуме в Сочи. По словам главы региона, Тула известна в мире как российский центр военных технологий, однако в других отраслях потенциал полностью не использует. В целях охвата новичков и усиления поддержки флагманских предприятий мы подписали соглашение о сотрудничестве с российским экспортным центром. Зачем нам это надо? Ну, понятно, здесь уже неоднократно говорились по поводу одного окна, которое необходимо для консультации, участвовать в образовательных программах и другие меры поддержки. И Тульская область хочет и надеется, и для этого все есть, чтобы все пилотные проекты, те новые вещи, которые делают с этим центром, они проходили апробацию, и мы были в числе первых регионов, где именно региональный экспортный центр отрабатывает свою программу на нашей области. Тульская область в Сочи представляет целый ряд инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и развития инфраструктуры. Как ожидается, регион также подпишет на форуме еще ряд инвестиционных соглашений. Подробности в нашем вечернем выпуске.